Скажите, вот мне интересно, вы в жизни, скажем так, не в работе, а вот в быту, что вы смотрите? То есть вы вот потребляете как зритель что? Там, по телевизору там, или куда-нибудь, кроме театра Ермолова, вы ходите? Что? Ой, Сергей как раз ходит, по-моему, везде. Да. Я никуда не хожу. Вот потребителем чего вы являетесь? По возможности стараюсь смотреть. Это редко, может быть, происходит, потому что если идет какой-то насыщенный, угу, там, работа над каким-то спектаклем, естественно, времени особо нет. А если есть время, то стараюсь посещать премьеры, как московские, так и то, что привозят в Москву, угу, и так далее. Вот. А вот вы обронили фразу, что вы никуда не ходите, ничего не смотрите. Почему? Такое вот пресыщение всем или ничего хорошего? Знаете, нет? Когда-то Зоя Борисовна Богуславская сказала мне: «Ой, Олег, вы как Вознесенский, вас кроме своего творчества больше ничего не интересует». Это правда? Но это не совсем правда. Не, вы знаете, ну, я хожу, зная, вот я иду, ну вот, я иду на трейлера 100%. Я иду, куда, когда я знаю, что я точно, ну, не расстроюсь, грубо говоря. Мне так обидно расстраиваться, потом идти за кулисы, что-то давить из себя какие-то слова, фальшивые, врать что-то. Неохота, просто неохота. А хорошего, такой, по-настоящему хорошего, в общем-то, мало. Но его и не может быть много. И это нормально, что этого мало. Угу. Поэтому я мало. Мы с женой вот как каждый вечер по кино. Угу. Конечно, дерьма навалом. Дома. Нет, иногда ходим. Так. Такие всякие Романов там, угу, такие вот серьезные, где можно там лечь, где можно там поесть во время кино. Ну так, все равно это кино. Кино вообще для меня не искусство, вот я считаю. Ого, сказал Меньшиков. Я вам скажу, то, что зависит от технологий, от научного прогресса, не может быть искусством. Там все-таки не на 100%. Слушайте, уберите технику, уберите все новшества из кино. Это вот мы про танцы говорим, там уберите технику, ничего. А вот если танцы останутся, постели коврик и поставь артистов, вот тебе все, и театр. И никуда и не на, и свет-то, в общем-то, не нужен. Два фонаря поставь, и все. И театр готов. А кино убери у них фонари, кино не будет. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».